Какие сейчас действуют правила для размещения хозпостроек от границ участка? Для участков в СНТ и для участков под ИЖС или ЛПХ правила устанавливаются по-разному. Для СНТ есть свод правил по планировке и застройке территории ведения садоводства. Сейчас, например, действует вот этот свод правил. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Итак, предусматривается следующее минимальное расстояние для хозпостроек до границ с соседним участком. Для отдельно стоящей постройки для содержания скота или птицы 4 метра, для остальных построек 1 метр. При этом от бани до дома должно быть не менее 8 метров, как и от колодца до надворной уборной. Для участков под ИЖС или ЛПХ применяются правила землепользования и застройки, утвержденные муниципальной администрацией. Там предусмотрено минимальное расстояние для конкретного населенного пункта. Например, ориентиром служит вот этот свод правил, где указаны те же расстояния, что для СНТ. Стоит учитывать, что в случае спора суд примет правила, действующие на момент возведения спорной постройки. Есть еще требования и пожарной безопасности, которые тоже важно соблюдать. Итак, минимальные противопожарные разрывы, в зависимости от степени огнестойкости постройки, могут быть от 6 до 18 метров. Практика сейчас такова, что суды выносят решение о сносе хозпостройки, нарушающей нормативы, только в крайнем случае, если нет возможности устранить недостатки путем реконструкции. Поэтому даже близко стоящую постройку могут оставить, если суд решит, что она не нарушает права соседей. Друзья, пишите вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал, жмите лайк. Все мои контакты есть в описании к видео по ссылкам. И расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.